Реставраторы Русского музея завершили сложную работу по восстановлению картины Константина Маковского «Народное гуляние» во время Масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге, ее исторической рамой. Реставрация завершена в Русском музее в канун празднования Масленичной недели 2023 года. Теперь зрители смогут увидеть полотно таким, каким его задумал художник. 22 февраля обновленное произведение представили в Садовом вестибюле. В одной из лучших картин раннего периода Маковский создал подлинную галерею колоритных типов представителей городских сословий. За это произведение художник был удостоен звания профессора Академии художеств, где в тот период произошли коренные реформы, и бытовая живопись изгонимой превратилась в весьма поощряемую. Жанровой сцене он придал невиданный монументальный размах, представив в этом масленичном гулянии образ всего Петербурга. Как заметил Владимир Васильевич Стасов, оценивший картину весьма высоко. Одноименный первоначальный эскиз Государственной Третьяковской галереи, одноименное повторение вариант в Одесском художественном музее. Работа служит эскизом к известной монументальной картине Константина Маковского. Масленица – один из самых древних и веселых праздников нашей страны, отмечаемый в течение недели перед Великим постом и сохранивший в своей обрядовой основе элементы дохристианской славянской мифологии. Праздник посвящен проводам зимы, встрече весны, памяти ушедших и плодородию. Живописец передал праздничную атмосферу развлечений, шумной, веселой, многоликой городской толпы. Константин Маковский запечатлел подлинную галерею колоритных социальных типов. Здесь можно увидеть и выступающих артистов, и продрогшего молодого человека с кружкой сбитня в руках рядом с самоваром, и франта-модника, и малыша, закутанного поверх шубы, материнский платок, и богатую купеческую семью. Традиционное народное праздничное гуляние во время Масленицы преобразило Адмиралтейскую площадь Петербурга, превратив ее в театральную сцену. Центр города ярко украшен красочными балаганами, деревянными каруселями, качелями, чайными лавками, флагами, лубками, гирляндами, афишами и вывесками. Скоморохи, шуты, артисты, клоуны, фокусники и акробаты задорно зазывают публику. Торговцы продают конфеты, пряники, орехи в сахаре. Художественный критик Владимир Стасов писал: «Весь Петербург гуляет и улыбается на морозе при розовых отблесках зимнего солнца». Тут и франт в пенсне, и оборванные мальчишки,
упаренные в своих салопах купчихи и балаганные актеры в плохих трико, дующие на морозе в дымящийся стакан чая чиновники, любующиеся на паяцев, и молодцы в поддевках, ловко достающие гривну из кармана, мастеровые, толсто хохочущие мужичье и дамочки в шикарных шляпах, солдаты и продавцы орехов и стручков. Существовало поверье, что если на Масленицу не будет веселья, то весь год придется жить в горькой нужде. В этом произведении ярко проявился главный талант художника – дар режиссера многофигурных композиций, который Константин Маковский совершенствовал на протяжении всей творческой деятельности.